Уже со следующей недели в Балакове начнутся работы по благоустройству придомовой территории. В муниципальную часть программы попали 12 домов, где будет выполнен ремонт дорог, тротуаров, а также установка малых архитектурных форм. И сегодня в администрации района собрались счастливые участники программы. Сделали мы работу над ошибками, которые были. И уже в этом году, в принципе, удалось нам, скажем так, убедить депутатский корпус. И в этом году уже у нас порядка 12 территорий, дворовых территорий, те, которые будут непосредственно приведены в надлежащее состояние в течение достаточно короткого времени, в течение лета практически. Работу по благоустройству проведут именно в тех дворах, жители которых и сами стремились навести порядок на своей территории. Обсуждения проектов благоустройства проводились по 5-6 раз, поэтому все пожелания были учтены. Где сделать парковку, а где детскую площадку. Кроме того, посодействовать активным гражданам могли и депутаты. Нормальный депутат – это депутат, который работает ради жителей. Вот. Поэтому легитимность этого проекта не вызывает сомнений Балакова нигде и ни у кого. На благоустройство 12 дворов предусмотрены муниципальные средства. Из них только на внутридворовые дороги пойдет около 30 миллионов рублей. Все дорожные работы, согласно аукциону, будет проводить фирма «Автотрасса». График благоустройства разместят на сайте администрации для того, чтобы общественники и сами горожане могли следить за ходом работ. Ну а сейчас вы видите на своих экранах список дюжины дворов-счастливчиков, которые будут участвовать в программе.